Всем добрейшего времени суток. Горыныч проснулся, Горыныч выкладывает очередную серию видеопрохождения игры для Mass Effect 3 под названием Цитадель. Так, тут какие-то непонятные пацаны нас решили атаковать, но, блин. Так, напоминаю, мой персонаж, он не каноничный, и он не солдат, он инженер. Где-то ничего не путает. Так, и мы сразу можем с вами увидеть, там какой-то бред происходит, блин, там кто-то раненый лежит, но это не Джокер, это вот эта вот чернозадая девка, блин, вот до нее надо добежать. Так, вот давайте гранатки кинем. Пистолет, сука, какой-то непонятный, с глушителем, но там, блин, 4-5 патронов, ну, вот, как бы, да, я не инженер, а не разведчик, короче. Ну, если вы не поняли ничего, потому что я могу в инвизибл уходить. Куда ты побежал, сука? Концумирных мальчишка, блядь. Так, что у нас еще-то есть-то? Блин, патроны. Ну, патроны потом поменяем. Оп. Вот, и никто нас не видит, нихера. Почти не видит. На тебе, по наглой. Рыжий морда. Сука. Слушай, ребята тоже, блядь, не промах наш. Хотя вот этот дурак, блядь. Нас, сука. Нормально. То есть пацаны тоже инженеры, блядь, не пальцем деланные. Они там каких-то дронов выпускают, блядь. Что-то за бред. Серьезный урон броне. На нахер. Сдох. Красава. Блин, скоро патроны закончатся. Так, вот на тех внимания не обращаем, просто подбегаем где. Yes. Пошел флешбэк. Почти собой пожертвовала. Ну не призывайте нам. Вот это вот эпичное так вот падение. Хуй знает куда, хуй знает зачем. Вот. С такой высоты свалился, еще выжил. И пистолет к нему прилетел. Что за нахер? Ну, неважно. Ну, кстати, пушка абсолютно новая, ее раньше в игре не было. Нихера себе, в порядке. Лучше yeah. Некуда, да. Feeling good. Brooks, you got hit. I know. I used Medigel. Она пенициллином, походу, блин, по самой... По самой черной буке зарядилась так, что мама не горит. Так, здесь ничего. Alert C-Sec. I'll look for a way out. В общем, короче, народ, используйте, если действительно у вас там разведчик или кто-то, кто может использовать невидимость, вот используйте. Биться со всем этим говнищем тоже смысла нет никакого, потому что, ну, блин, завалят по-любому. Ну, меня хотя бы не завалили. Так, нет, туда нет. Что за... А, вот. Лестница. Брукс, I see some sky cars across the gap. Maybe a landing pad. Ну, показывает, что есть автокары, и туда нам нужно будет пробиться. Ну как пробиться? Ну, пробежать просто. Get a shuttle over there. Еще раз объясняю, говорит, биться со всеми не надо. Ну, попытайтесь вас там. Убьют. Keep at it, Brooks. Так, давайте прочитаем, что там написано на этом терминале. Блин. Well, except for me. It's hacked. That's probably how they found you.
Who are these guys? I don't know. They really don't seem to like you. Yeah, I'm sensing that. Да я сам знаю, что им не нравлюсь. Так, ну это херня, короче. Так, как отсюда-то будет спуститься-то? А, во! Ух, нихера себе, морозильные камеры какие-то. Круто. Так, и... Вот. Обратите внимание на солдарианца, который так задумчиво бабскую сигарету курит. Это вообще что-то с чем-то... То есть ему похрен, блядь, что здесь вокруг происходит. Там стрельба, взрывы, блядь. Насрать. Так, и вот здесь сразу появляются эти долбанные уроды. Вот сейчас они появятся. Не, не сейчас, чуть подальше. Так, прыгать здесь придется очень много. Сами видите. Так, Шепард, давай уже двигайся. Да. Вот еще раз попрыгали. Пенициллина, панициллина у нас нет, поэтому нам лучше прятаться по-любому. Видите, нам еще там подсказывают, что лучше прятаться. Да. Ни херена, блядь. Вот, 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 нормально. Спрятался. На тебе панель режим морж. Сука. Ну, кстати, они убивают с одного удара. Это вот, честно говоря, играю на сложном уровне. Ну, не на ветеране, но на сложном уровне. Вот опасайтесь закидывания гранат в вашу сторону, потому что они гранаты там по типу липучки кидают, как мультиплеере, где там их несколько штук перезарядить. А мне потом их там нет, а нет, такие подобрал. Так, играете на Xbox, соответственно, правый стик нажмите, чтобы увидеть, куда там будем бежать. Спрятались. Так, пробежали. Говорят, Гарус, я слышал, что ты в беде. Да, говорит, такая херня настала, непонятно. Да, ну там закрыто. Конечно, можем пройти, блядь, не вопрос. Так, вот постряпаться придется. Сейчас. А, вот. Так, прячемся, открываем дверь. Теперь налево. Налево, направо. Блин. В общем, народ, не советую, если вы не солдат, прокачанного 60-го уровня, вы с ними биться будете. У них говна здесь, блин. Граната, блин, под жопу. Да, так, вот, не забываем прочитать всякую херню, которая здесь, блин. Она слетит с катушек. Ну, конечно, я скоро слечу с катушек. Берёт, блядь. Вот дрон у них, твари такие. Вот, вот здесь находится улучшение оружия, это для стромовой винтовки, чтобы она полегче была. Ну, просто пробегаем. Да, чуваки, не видите? Блядь, какого хера ты меня стреляешь, животное, на? На, сука! Сдохни, тварь. Так, терминал. Не похуй на терминал. Так, и мы сейчас встретим. Ну, на самом деле, я думаю, что да. Вот в этом сохранении это моя любимая девушка Леарка. Блин, как они сиськи подросли с прошлой встречи. В общем, это был Горыныч, четвертая часть, пятая будет практически незамедлительно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Горыныч, пока. Я слышал, ты упал в фиш танк. Мы поговорим об этом позже. Жаль, я очень любил этот ресторан. Мы поговорим об этом позже.